Всем привет! Сегодня готовим куриный супчик-лапшу. Он готовится очень быстро и очень просто. На 3-литровую кастрюлю супа я беру одну большую луковицу и режу ее на маленькие кусочки. Вот так. Половину большой моркови я нарезаю тоненькой соломкой. Сначала тонкими пластинками, потом складываем эти пластиночки и режем соломкой. Можно морковь натереть на крупной терке. Вот что у меня получилось. Теперь беру кастрюлю, наливаю туда растительное масло и отправляю в кастрюлю лук и морковь. Будем обжаривать до золотистого цвета. Пока обжаривается лук и морковь, беру куриное филе. У меня здесь половина грудки. И нарезаю мясо на небольшие кусочки. Суп у нас варится недолго, поэтому кусочки должны быть небольшими, чтобы мясо успело приготовиться. Лук с морковкой уже обжарились. И теперь отправляю сюда куриное филе и заливаю горячую воду. Приблизительно 2-2,5 литра. Беру 2 картофелины среднего размера и режу соломкой. Можно нарезать кубиками, главное, чтобы кусочки были небольшие. Вот приблизительно вот такого размера. Отправляю картофель в суп. В суп добавляю лавровый лист, соль, столовую ложку, перец и приправы. У меня это сухая аджика. Когда суп закипит, снимаем пену. Аккуратненько, как следует, снимаем, накрываем крышечкой и варим 10 минут. Готовим макароны. У меня готовая лапша, вот такая плоская. Я ее разломлю на небольшие кусочки. Мы не любим очень длинную лапшу, поэтому я вот так ее ломаю. Отправляю лапшу в суп. Теперь нужно как следует все перемешать, чтобы лапша не слиплась. И будем варить еще 7-8 минут. Суп готов. Пора садиться обедать. Суп получается легкий, очень ароматный и вкусный. Ну и ложечка сметаны будет совершенно не лишней. На этом все. Всем пока. До новых встреч.